Селигер Панарьян-Марский. 4 и 5 декабря в столице округа пройдет первый молодежный образовательный форум «Я и моя малая родина» 85 лет Ненецкому округу. Он объединит более 300 представителей молодежи региона, в том числе и сельской местности. Региональные форумы по типу Селигера сегодня проходят практически в каждом регионе. Инициатором образовательных встреч молодежи стал Владимир Путин. В 2012 году он поручил организовать такие форумы для сплочения молодежи. Главная идея съезда – обмен опытом и создание новых проектов в различных областях жизни. Обучать молодежь приедут специалисты из Архангельска и Москвы. Например, Игорь Узлов, один из известных организаторов вечерок в России, станет тренером площадки «Арт-квадрат». А начинающие предприниматели получат советы от бизнес-тренера, успешного предпринимателя Бария Лебасова-младшего. 6 тематических площадок. Выбор обусловлен тем, чтобы эти направления были в нашем регионе. И все уже знают, что у нас есть «Беги за мной», «Арт-квадрат», «Технология добра», «Предприниматели». И поэтому вот те направления, которые у нас сегодня есть, по этим направлениям и будут работать площадки. В связи с тем, что форум проводится в рамках программы все-таки по патриотическому воспитанию, мы не могли, и тем более в преддверии победы, мы не могли обойтись без патриотической площадки. И также у нас год культуры, поэтому форум проводится при поддержке управления культуры, да, организатора управления образования. Поэтому у нас будет и площадка «Арт-квадрат».